Все не будет спать вечно, если вы не станете, если вы его не разбудите. А если мы его не разбудим, то что будет? То Саня будет спать вечно. Сейчас я кое-что посыплю. Спать хочется? Отлично, спите. Но помните, если вы не найдете подходящее воспоминание, Сеня будет спать вечно до конца своей жизни. О, кошмар! Если это воспоминание Сени, где же он, если это воспоминание Гриффина? Сеня, где же он сам? Эй! О, вот и ты! Мы так ждали тебя! А вы кто такие? Мы птички из Angry Birds, твои друзья. Только Джеймс, мой друг, видите? Тебе нужна операция на второй глаз. Так. Ну, доктор, нужна новая нить. Да, сэр! Тебе больно, но я тебя очень люблю. Ясно. Эй, а вы чё ещё здесь? Мы ищем две к новым воспоминаниям. Да, чтобы ты нас поучил. Я не знаю, что там за двери, но там, кажется, новые воспоминания. Птички загребятся. Понятно, пошли, пошли. Вау! Это дверь к новым воспоминаниям. О, мороженое! Я тоже хочу! Не ешь эту. Лина, что такая за привычка сидеть в айпаде? А это что? Наше лище? Ой, я для тебя старался, Сеня. Что ты старался? Сеня, милый! Милый! А это еще кто? Гриффин, я думаю. Эй, что за мармур? Я сказал, никаких мармур. У меня есть для тебя сюрприз, Саня. О, прикольно. Кстати, откуда у тебя деньги, Гриффин? Я продал твоего игрушечного паровозика. Марей, ты что, сумасшедший? Это была моя самая любимая вещь! Вот именно. И я могу так сделать. Ты не Кенни! Ты не Кенни! Все. Ну, хочу. Все кончено, Гриффин! Ненормальный ты испортил мне жизнь. Эй, подожди! Эй, я здесь кое-что нашел. Подожди меня! Эти шары — его воспоминания. Как бы нам знать, какой из них взять? О! Я нашел воспоминания. Вот. Я кончен, Гриффин. О, все.
возвращаемся. Однако теперь Сяня больше не спит. Сяня, Сяня! Ты живой? Хватит меня трогать. Так волшебник тебе спас жизнь, Моты. Это не волшебник, это Гриффин. Что? Привет, Гриффин. Привет, детка. Я и вправду Гриффин. Сходи в туалет, если хочешь. Что? Ты притворялся? Да, я притворялся. Все. У меня есть воспоминания. Сейчас. Все кончено, Гриффин. Вот и кончено. Что? Эй, Гриффин, хочешь ли со мной сходить на прогулку? Нет, нет, стойте, стойте. Что? Он похитил ее. Его нельзя упустить. Ой, дед. Так, ты ломаешь какую-то машину до сих пор, пока не появится Гриффин, а я прокатываюсь и спасаю Сеню. Хорошо. Раз, два, три. Что бы такое звонить? Спасите, не думайте. Не-не-не, все в порядке. Эй, Чак, эй, Бубафина, что с... Он меня бьет. Эй, Чак, ты. Быстро вернись. Нет, тебе же здесь нельзя быть. Я тебя как-то покажу. О, что происходит, Ред? Где это мы? Я здесь жил так-то-то. У меня есть воспоминания, когда готова ты после этого... Ой, какое. Я правда у твоего любимого проводника. Моей. Все кончено, Гриффин. Ред, думаю, пора проснуться. Я сказал никаких малень. Что, Гриффин? Гриффину надо ням-ням. 8 часов. Иди на кухню и приготовь мне ужин. Я хочу бутерброд с сэндвичем и с индейкой. И соли нет. Воспоминания, воспоминания.